Я на рынке в Чайна-тауне. Вот чаи всевозможные. Ромашки, хризантемы, орхидеи. Чего только нету. Честно говоря, даже не знаю, как большинство из всего этого называется. Ну, вот это финики, понятно. А вот это что-то такое, по-видимому, маринованное. Трудно сказать, что это. А вот какие-то... Какие-то морские гады, по-видимому. Затрудняюсь даже назвать это как-то. Ну, я думаю, какие-то раковины. Это что-то наподобие яблок, видимо. Вот еще всевозможные чаи на разрез. Это такой закуток между домами, узкий, сверху навеса. И вот здесь чего только нету. Просто глаза разбегаются. Все за всю жизнь не перепробовать. Чаи и чайники. И чего только нету. Вот такой в пакетике. Джаугулан, по-моему, называется. Мы его уже пробовали. Не сказать, чтобы он имел какой-то ярко выраженный вкус, но говорят, он очень полезный. Ну, собственно, здесь про все так говорят. Это вот мой любимый матун. На каркаде тоже подсела, как ни странно, прямо поначалу казалось кислым, а сейчас пью запоем. Видимо, витамин С закончился. Ну, все, конечно, Китай. Вау. Что это такое? Знать бы. Так, а вот это похоже на какие-то булки. Ну что там внутри, я даже боюсь предположить. Да, вот тесто, точно какие-то булки. Ну, пельмешки. Димсамы называются. Ой, друзья, ничего из этого не пробовала. Что-то в маринаде. Все попробовать тут просто нереально. А это вот всякие сушеные кальмары, рыбки. И не маленькие кальмарчики. О, какая. Это какие-то корнеплоды моченые. Я подозреваю, что бамбук. А может, и не бамбук.
там, не знаю, что, какие-то, печенье, пиццы, роллы, всё такое. Тут и игрушки, в общем, Китай, словом, чего только нету. Вот эта упаковка знаменитые шиитаки. Тоже говорят, жутко полезные, хотя на вкус они мне как-то никак. Как и все прочие грибы. Немножко поздновато я сегодня здесь оказалась. Уже закрывается рыночек. Но все равно интересно. Это черная фасоль. А вот это муанг называется как-то. Говорят, очень полезно растирать и делать маски для лица. Вот какую-то такую сушеную рыбу продают везде. Я не особо любитель рыбы. Как-то не рискую это попробовать. Хотя, может, и не хуже воблы, не знаю. Миндаль. Какие-то такие, то ли финики, то ли яблоки. Один раз я попробовала, но, видимо, их нужно готовить, а не просто в чай заваривать. Не знаю, что это. Что-то сушеное. И вот это тоже как... Ну, это какая-то слива. Похоже на чернослив. Может быть. Хотя не факт. Тут похоже, это не значит, что оно так и есть. Ну, в общем, так. Рыночек небольшой, но эффектный. Доходим на Еварат. Вот они, дурианы. Так, вот он, регулировщик. Ну и, собственно говоря, это центральная улица Чайна-таун. Я уворот. Здесь, по крайней мере, потому что все привозное, оно здесь дорого. А здесь фрукты с Китая. Вот это не знаю что. Какой-то сушеный фрукт. И вот этот вот лохматый тоже не знаю что. И этот не знаю что. В общем, до всего еще за 3 месяца дошли руки и желудки. Сливы, финики, вишня. В общем, черт ногу сломит, но все вкусно. Авокадо. Персики. Вот такие даже сливы есть. И даже есть хурма. Черешня 620 килограмм. Это где-то 1500 на наши деревянные. А вот это сеточка тамаринд. Кислый, очень полезный. Ну, это имбирь. Это понятно. И это зеленый банан, а вот это папайя. Вот она когда зеленая сверху, это овощ. А когда она становится сверху, вся такая оранжево-красная, и внутри такая же оранжево-красная, можно сказать, что это фрукт. Вот так.